Добрый день, дорогие мои друзья! Меня зовут Жанна, и я всех приветствую на своем канале. Дорогие мои, мы едем дальше. Находясь в этих просторах, это просто нельзя никак упустить, не доехать до нашего Аланского монастыря. Наверное, многие о нем слышали, и вот сейчас именно туда мы и отправляемся. Аланский Успенский монастырь находится рядом с поселком Верхний Феокдон в Куртатинском ущелье, в Аллагирском районе Северной Осетии. Это самая высокогорная православная обитель на территории России. Я вынуждена выключить звук у видео и сама вот так накладывать голос, потому что я свою камеру вытаскивала в окно, и, конечно, вы представляете, какой шум идет от дороги, потому что невозможно снимать через стекло эту всю красоту. Мне хотелось как можно естественной вам ее передать, чтобы вы увидели все своими глазами. Посмотрите на эти горы впереди, какой они величины, какая мощь. Такой же здесь и воздух, поверьте мне. Впрочем, мы сейчас туда доедем, и вы сами все своими глазами увидите. Желаю всем, дорогие мои, приятного просмотра. Thank you.
Вот, девочки, мы находимся в мужском монастыре Ланском. Здесь такая красота, но, впрочем, как и везде, вы себе просто не представляете. Очень красиво. От воздуха чистого просто кружится голова. Выпью водички вот здесь. Ой, красота, конечно, красота. Это вот вид. Смотровая на монастыре. Сюда едете? Все башни эти вот, эти, ну, как они называются, они у вас. Из 9 до 5 у вас находятся. Ага. Как вы сюда, в Осетии? В Осетии, да? Конечно. Намоленное место, да? Вас благословили сердце. Конечно. Да. Ай, вот здесь бы я сейчас. А как ты будешь спускаться сейчас? Такой спуск крутой по ступенькам. Вот там вот, видишь, вон отход. Там крестили детей. А, вот это как озеро, да? Да, ага. Отрядили водоем, вот этот отделили. В феврале, по-моему, Марата крестили. Крещение. Детей зимой. Много. Да ты что? И вот новорожденных в эту воду окунали. Крик. А покрестили, и тишина. Замолчали. Заснули. Представляешь? Конечно, обморок получили от ледяной воды, наверное. Это вообще вода прозрачная. Красота, конечно. Красота, конечно, неописуемая. Даже дышать трудно. У меня сейчас вот в горле стоит такой ком, как будто я не успеваю очередной раз сделать вдох от изобилия этого кислорода. Людей много. Но сегодня воскресенье еще, видишь. Между прочим, сколько раз мы приезжали с тобой, первый раз застали открытые. Да, вот здесь всегда было закрыто. Всегда. Мы снизу его пофотографируем и уезжаем обратно. Ну все, мы как гусеницами с друг за дружкой. Вот сейчас и я пойду вот так вот по этим крутым лестницам. Просто наикрутейшие лестницы такие. И сейчас мы пойдем. Красавицы такие. Покажут вас. Ой. А какие красивые. Thank you.
Ты не хочешь, Халюся такая?